Здравствуйте, дорогие мои приятели! По сегодняшней заставке вы наверняка уже поняли, что речь пойдет о коллекции парфюмов, моих парфюмов. Многие знают, что я такая ветреная и непостоянная. Соответственно, по складу своему характеру я и подобрала парфюмы. В основном это коллекция французских парфюмов фирмы Шанель. Не знаю, почему-то в последнее время стала именно делать акцент на эту фирму. Может быть, запахи стали какие-то родные, или что-то обычное мерещится в этих запахах. Знаете, я всегда считала, что у женщины должен быть свой шлейф. И если она проходит, помните, как это срабатывает, когда мужчина говорит: «О, это прошла такая-то», «О, здесь была такая-то». И мне все время хотелось, чтобы от меня был постоянный шлейф. И в течение всей жизни у меня был, ну, как правило, я бы сказала, 1-2 парфюма, не более. Потому что мне хотелось быть узнаваемой, мне хотелось, чтобы я оставалась в памяти. А последнее время я что-то раскуражилась, и мне захотелось много больше парфюма. И вот вы же помните, что какой-то парфюм, какие-то духи, какой-то аромат всегда что-то напоминает, идет где-то какая-то ассоциация, лето, встречи какой-то, просто хорошего настроения, весенней красоты, зимнего очарования или просто тесной теплой компании. В любом случае, я вот, честно, я реагирую на запахи. И они каким-то образом всплывают в моей голове какими-то событиями. Ароматы становятся событийными. И Шанель, почему я так долго говорю, наверное, Шанель тоже стала для меня каким-то событийным. Что-то когда-то где-то напоминает. Ну вот, например, Шанель Шанс – это моя молодость. Это духи, когда я брызгалась, когда я парфюмилась, когда я душилась ими от души, и запах, наверное, был за версту. И мне захотелось буквально недавно опять их вспомнить и приобрести. Как часто нас какие-то вещи, какие-то предметы и ароматы возвращают в прошлое. Прекрасное прошлое. Если прошлое не прекрасно, туда не хочется, сами знаете, возвращаться. А мне почему-то всегда хочется туда возвращаться. Хотя и от будущего, и от настоящего никогда не могу отказаться. Ну так вот, я покажу коллекцию своих духов, покажу и расскажу о самых значительных, о самых фаворитах моих вот в этой коллекции. Все равно я считаю, что в любой коллекции есть какие-то фавориты, как бы вы ни хотели. И, то есть те духи, которые хотите вы или не хотите, вы все равно используете как можно чаще. Ликуся моя, как всегда, здесь. Да, моя девочка? Она туда-сюда ходит у меня, туда-сюда сама по себе бродит. В общем-то, не особо мешает мне снимать ролик. Ну ладно, приступим к моему парфюму. Парфюмерная вода Gucci by Gucci. Это оригинал. Торговая марка Италия, а производство Франция. Это Светония привозила мне с Duty Free, когда она ездила в Арабские Эмираты. А это тот же самый аналог, только FM Group, польская компания, сетевая компания, номер 192. Про эти духи я уже в своем одном из новогодних роликов рассказывала. Я так долго их не могла найти и наконец-то нашла. Из двух парфюмов они считаются аналогами, но из двух парфюмов я все равно предпочитаю этот. Несмотря на то, что оригинал все-таки считается качественным, дорогостоящим, с избранными элементами и составляющими, все равно я предпочитаю FM Group. Не знаю почему. И может быть потому, что шипровые нотки и там, конечно же, чувствуются и очень сильно чувствуются. Несмотря на то, что здесь есть ноты и пачули, и цветочные ноты, но здесь это более мягче. И знаете, я бы сказала, более как бы сексуальнее. А здесь немножко рисковато, поэтому все-таки я предпочитаю, и вот у меня даже две штуки, это запечатанная коробочка, еще не раскрывала, а это я уже пользуюсь этим парфюмом. Поэтому моя коллекция таких ночных, вечерних ароматов Gucci by Gucci. Кстати, пользуюсь уже длительное время. Здесь, несмотря на то, что заканчивается аромат, не так много его осталось, все равно почувствовала, что это не совсем мое.
Буду ли я брать в будущем? Не могу сказать, но это 100%. Парфюмерия фирмы Шанель. Это прежде всего мой самый любимый, проверенный уже годами и веками, Коко Шанель. Ой, простите, Коко Мадмуазель. Я обожаю этот аромат и уже многогранно его использую много-много лет. Постоянно покупаю, когда он мне заканчивается, и не могу с ним расстаться действительно уже долго. Наверное, если спросят, какой же все-таки мой шлейф, я считаю, что это Коко Мадмуазель. Или, конечно же, либо Гуччи бай Гуччи в вечернем варианте. А это день, это энергия, это восточные ароматы, цветочные ароматы. Практически во всех есть ноты пачули, кроме Габриэль. Габриэль — это отдельная новая марка, когда создавалась всего лишь из 4 цветков, и поэтому немножечко отличается от этих старых моих парфюмов. Но вот Шанс — это наиболее старый мой парфюм. И я хочу сказать, что действительно Шанс — это как будто дает путевку в то время, когда тебе хочется быть желанной, хочется быть непостоянной, хочется быть нежной, искренней. Это все-таки Шанс. Он запоминается и он шлейфит. А Коко Мадмуазель — это восточный, красивый, нежный аромат свежести, и когда его наносишь, чувствуешь себя действительно мадмуазелью, не более, не менее. Чувствуешь себя дамой, чувствуешь себя леди, женщиной в полном смысле этого слова. Это чисто женский, чисто нежный, красивый и в то же время далеко не скромный аромат. Коко, Шанель Габриэль, все-таки читала его отзывы и согласна со многими, он действительно не совсем стойкий. И шлейфа за ним не наблюдается. Аромат быстро проходит, но из-за этого часа или двух, когда он держится на вашей коже, и когда вы впитываетесь с ним вместе, запахи апельсина, переходящие потом все-таки в какие-то запахи пачули, хочется все равно чувствовать на своей коже. И ради этого я купила, я попробовала, я хотела понять, чем он такой необычный. И он действительно для меня оказался необычным. Эти два аромата я выделила в отдельную группу для себя, потому что это ароматы зелени, зеленой свежести. Это ароматы фруктов, это ароматы цветов, это ароматы, конечно же, такой свежей нежности. Такие милые, солнечные, я бы сказала, ароматы. Может быть, поэтому они в таких зеленых флаконах с желтым, потому что действительно хочется чувствовать на себе летнее солнце. Для меня это прежде всего летние ароматы. И если мне хочется куда-то пойти летом, выйти в люди, я обязательно буду пользоваться именно этими. Мой самый-самый любимый аромат летний. Я никогда ему уже не изменяю много лет, но кажется, с годами он немножечко стал другим. И чувствую, или просто, как говорят, мы становимся другими, мы становимся искушенными, и поэтому прежние запахи для нас кажутся более лучшими, чем сейчас. Не знаю, не могу сказать. Но вот Authentic Маруся мне безумно нравился раньше. Я его открыла очень много лет назад для себя от Славы Зайцева духи. Именно зеленый. Не есть красный вариант такой духов. Но вот мне нравится парфюм именно зеленый, Authentic Маруся. Обожаю его, и поэтому очень долго, когда его не могла найти, искала подобие и нашла его в виде не совсем, может быть, такое подобие, и я бы сказала, даже совсем не такое подобие, но тоже очень красивое и свежая, именно цветочная свежесть, именно в Нина Ричи. Духи называются Ричи Ричи. Это, опять же, аналог этих духов. Простите, это не оригинал, это аналог, который выпускает FM Group, польская компания, под номером 305. Я не смогла тогда купить Ричи Ричи, но попались вот эти духи, я их попробовала, понюхала, они мне безумно понравились. Честно говорю, оригинал я не пробовала, не знаю, но вот аналог Ричи Ричи мне очень понравился. Это мой летний парфюм. Очень давно у меня находится вот такой подарочный вариант парфюмерной воды In Red Essential Red.
Инред — это, конечно же, свежесть, цветочность, так, ну, то есть это мое, восточные ароматы, цветочно-восточные ароматы, это мое. Я пользовалась ими, но так как у меня было много других ароматов, конечно же, я как бы отложила это. Эти духи давно подарила мне тоже Светлана, и вот как бы до сих пор они сохранились. А вот второй аромат, Essential Red, это не мой, конечно, аромат, там ноты сладкости, ванили, сладкие ноты как бы сильно я не переношу. То есть иногда наступает момент, когда просто они, ну, знаете, слово такое, тошнит от них, да? Но я не могу сказать, что от них тошнит, но приторно становится это точно. Поэтому вот Essential Red все-таки не для меня, и, возможно, он будет лежать для того, чтобы как-то парфюмную отдушку создавать в моей квартире, я буду потом использовать, или, возможно, просто кому-то отдам из своих родных и близких. Но пока лежит и, знаете, создает мою коллекцию. И это тоже для него немаловажно. А Инред я все-таки буду иногда пользоваться своим непостоянством и, соответственно, душиться ими. И последняя парфюмерная вода, которой я хочу уделить свое внимание, это Молекула. Называется у нас в простонародье 02. А так это называется Эссентрик Молекула с 02. Это синтетически, полностью синтетические духи. И они мне, естественно, стали интересными. То есть там нет природных ароматов, афродизиаков и так далее. Здесь просто синтезированный, скажем, афродизиак, называется Амброксан. По своим свойствам Амброксан очень сильно идентичен, конечно же, натуральной амбре, которая является натуральным афродизиаком, которая еще использовалась в древние времена, и именно тогда она использовалась как средство совращения, средство возбуждения и так далее. Действительно, я очень много прочитала про эти духи и очень сильно хотела понять, ну что же в нем такого сверхъестественного. О них так много писали. Конечно же, я не могла обойти стороной и купила их. О них я тоже делала свой видеоролик небольшой о покупке. Сейчас я только хочу к нему добавить, что пользуюсь я ими не так часто. Но именно тогда мне хочется пользоваться ими, когда хочется произвести какое-то неизгладимое впечатление о себе. Хочется так, чтобы человек о тебе подумал совсем не то, что ты есть. Такое ощущение, как будто это духи превращения. Это духи, знаете, какой-то скрытый плащ. То есть ты за ними чувствуешь себя совсем другой. Ты действительно чувствуешь себя какой-то желанной, обольстительной. Я не знаю, мне кажется, что это духи, которые раскрывают в тебе какой-то несвойственный тебе женственный потенциал. Хотя на самом деле там далеко не сладкие нотки и не цветочные нотки, я бы даже сказала, какие-то древесные нотки в них. Но тем не менее, вот эта загадочность этих духов я все-таки рекомендую, если вы не можете их приобрести, они не такие дешевые, но просто сходите в магазин и просто их попробуйте. И попробуйте их не один и не два раза, а несколько, потому что с первого раза они не покоряют, это правда. Меня они не покорили с первого раза, они меня покорили с раза третьего, четвертого, я так думаю. И еще, что удивительно в этой парфюмерной воде, это то, что она наносит только на кожу. И у каждого человека, у каждой женщины будет свой запах. Как ни странно, потому что молекула это амброксан, взаимодействуется с кожей и дают абсолютно у всех разный запах. И поверьте, это уже действительно проверено. То есть мне кажется, что на мне это один запах, на моей подруге это другой, на моей приятельнице это абсолютно третий запах. И это свойство вот этой молекулы амброксана. Поэтому наносить ее только, в отличие от других парфюмов, можно только на кожу.
дорогие, все. Я надеюсь, поделилась самым сокровенным с вами, раскрыла, так сказать, внутренний свой аромат, свою душу. Надеюсь, вам маленькая экскурсия по моей коллекции понравилась. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки. Для меня это важно, как и для любого блогера, я считаю. Ваша реакция, какая бы она ни была, лайки, дизлайки, это ваша реакция. И мне от этого становится очень искренне приятно, что вы как-то реагируете. Не забывайте подписываться в Инстаграме, я всех там жду. Выставляю свои фотографии, выставляю свои впечатления, которые запечатлены образами, а не словами. Хотя немножко словами тоже. И не забывайте посещать сообщество, которое находится на главной странице моего канала в YouTube. Поэтому там тоже я стараюсь выставить какие-то свои фотографии, свои впечатления, свое настроение. Сейчас у меня настроение идет подготовка к лету, чувственность летняя, свежесть летняя, бриз. Поэтому я начала выставлять свои фотографии прошлые моей дачи, моего сада, моих декоративных композиций. Я надеюсь, тоже они вас очень сильно заинтересуют. Поэтому заходите, смотрите. И, пожалуйста, не забывайте ставить лайки и писать под этими фотографиями комментарии. Для меня это не менее важно. Ну, а я вам говорю всего доброго. До новых встреч. С уважением. Ирина.